Человек 30-градусный мороз на улице валялся. Я просто упал. Это? Блин. Вот данный человек в 30 градусов на улице мороза нашел вот человека на дороге. Я просто упал. Привез вот трезвитель, отказывается его принимать, говорит, выкинь его на улицу. Уберите камеру, ваши действия незаконны. Вот. Мои действия законны, я предупреждаю вас, что я веду видеосъемку. Я отказываю вам разрешение на видеосъемку. А мне не надо разрешения. Будьте с вами. Вы на государственной службе находитесь. Вы государственный орган. Хорошо. Вы будете человека принимать? Или мне его на улицу выкинуть? Я не выйду. Пока вы человека не примете, человек 30-градусный мороз на улице валялся. Я просто упал. Это? Блин. Вы что, цвак? Или вы просто... Вот вы что делаете вообще? Ваша работа. Блин. То, что этот человек, он оказался пьяный, в 30-градусный мороз на улице, лежащий на дороге, причем где движение. Пригласите домой к себе и отогрейте. У меня двое детей, я в однушке живу. Вы, уважаемый, мне вот интересно, да, вот ваша логика. Вы же утрезвитель. Логично? Вы утрезвитель. Вы должны помогать людям. Пьяный человек на дороге валяется. Зачем тогда вы существуете? Зачем государство с бюджета вам деньги выделяет? Вот, и оно не совпадает с реальностью. Вот, точно так же, как ваше мнение по поводу клятвы Гиппократа. С данным гражданином. Ага. Уважаемый, прошу вас, пожалуйста, одеть маску, потому что сейчас у нас в связи с пандемией... Еще видеосъемка, вот... Я предупреждал вас о ведении видеосъемки. Вот, я запрещаю здесь... Вы не можете мне запретить. Это государственное учреждение, вы не можете мне запретить. Я запрещал. У меня тоже есть видео. То, что касаемо меня, я имею право фиксировать. Вот, значит, привел человека, да... Вот, потребовал, чтобы немедленно его госпитализировали мы сюда. Угу. Попытались объяснить, что все это делается через полицию, через направление. Стал угрожать, что вот съемка на YouTube попадет, оскорбления пошли. Все бы ничего, конфликт решили, полицию мы сами вызвали. Угу. Вот, оскорбления вы, извините, не прощаю. Что вы будете судить, если? Да, буду. Вот. Уважаемый, оденьте, пожалуйста, маску. Вот, просто сейчас заявление приму от вас, да? По оскорблению. Да. Направлю в суд. Да. Туда пойдете, там еще сами отзыв напишите.